товарищ генерал-майор. Вон-то? А чем вы тут занимаетесь? Немецкие парашютисты высаживаются у вас под носом, уничтожают фельдъегерский конвой, захватывают пакеты с генштаба. Где портфель? Документы где? Мы, как узнали, сразу послали туда оперативную группу с собаками. Пятеро парашютистов уничтожены, включая офицера. Один взят в плен. Остынь, лейтенант. Наш он уже. Его теперь в СМЕРШ надо, там дознают. Они на это мастера. СМЕРШ? А я и СМЕРШ. Наверное, очень сильный и мужественный. Старший лейтенант Терехов по вашему приказанию прибыл. Нам, наверное, очень трудно. Мы всех должны подозревать. Ты сам сын прокурера! Говори быстро! Каждый видит врага. Товарищ генерал, я считаю, что в штабе армии или у нас СМЕРШа работает шпион. Значит так, я поручаю вашей группе найти портфель радиста. Может, через него мы и выйдем на предателя. 6 парашютов, значит, и немцев 6. 5 убили, 1 взяли. Не ушел никуда портфель. Здесь он, здесь. Моя группа прошла по всему маршруту отступления немецких диверсантов. Во время осмотра местности тайника с документами обнаружено не было. Надо что-то похитрее придумать. Сутки у нас остались. Если за 24 часа документы не найдем, это будет означать одно – провал.